На птицефабриках Казахстана не соблюдаются ветеринарно-санитарные требования. В ходе проверок выяснилось, что на их территориях помимо домашних содержались и дикие птицы, что является полным несоответствием требованиям постановления главного ветврача, сообщил исполняющий обязанности главы комитета ветконтроля и надзора Минсельхоза Турсын Кабдулданов. По его данным, падеж птицы в стране прекратился. Сейчас пернатых вакцинируют отечественным препаратом. Вакцинация проводится на бесплатной основе. На сегодняшний день в рамках вынужденной вакцинации провакцинировано более 2 800 000 поголовья. На сегодняшний день полностью завершена вакцинация в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях и городе Нур-Султан. Между тем, для выплаты компенсации на сегодня поступили заявки на 15 тысяч птиц. По ним государством выплачено около 75 миллионов тенге. А вот некоторые птицефабрики не могут получить компенсацию из-за предоставления ошибочных данных по количеству павшей птицы. Разница в цифрах. Вот если вы приблизительно знаете, мы уже, наверное, это с августа месяца идет вот это вот дебаты. Три фабрики, две фабрики по 500 тысяч, и Бишкульская там 246 тысяч, по-моему. Вот из-за этого сложилась вот эта цифра. Конечно, Министерство сельского хозяйства взяло цифру, ту, которую зарегистрировали они. Поэтому получается разница.